Депутаты и представители власти всерьез взялись за борьбу с борщевиком. Этим сорняком наиболее заражены земли на севере и юге городского округа. Много борщевика растет в районе деревни Морозово, села Радонеж и рядом с этнопарком Кочевник. Здесь борщевик вырос высотой больше 2 метров. Опасность сорняка в том, что его сок при попадании на кожу может вызвать воспаление и дерматиты. У нас 60 тысяч площади сельхозземли. На этот год у нас 2220 было, по нашим предположениям на осень, где-то еще 500 гектар у нас прибавляется наши, 1500 муниципальной ответственности и 1500 частной. То есть на осень мы будем фиксировать где-то в районе 3000, если не больше, мы каждый день занимаемся этим, сейчас цифровываем территории. Вот где-то в районе 3-3500 гектаров земли поражены борщевиком. В населенных пунктах уничтожением борщевика занимаются органы местного самоуправления. На участках вдоль дороги – Мосавтодор. На сельхозугодьях – это зона ответственности собственников. В районе этнопарка «Кочевник» за земли с растущим сорняком отвечает комитет лесхоза под линиями электропередачи энергетики. В Московской областной думе в прошлом году были приняты поправки в КУАП, согласно которым комиссии, муниципальные комиссии, имеют право штрафовать юридические лица, которые не ведут эту работу должным образом. При том, что для юридических лиц штрафы достаточно весомые, это мог до 1 000 000 рублей. То есть это те цифры, которые точно покрывают сумму штрафа, затраты на эту борьбу, и, соответственно, собственники земельных участков, юридические лица, должны быть максимально заинтересованы для того, чтобы устранить этот борщевик до того, как ему выписали штраф. Когда борщевик достиг больших размеров и продолжает размножаться, а владелец территории не принимает никаких мер, штрафа не избежать. Депутаты и представители администрации решили, как будут избавляться от сорняка. Надо сейчас, в ближайшее время, будем ходить предложение в главе, создать такую межведомственную группу, которая просто вот мобильно садится и едет. Видит место, фиксирует, тут же составляется протокол, тут же все эти моменты делаются, тут же они оказываются в административной комиссии. Надо участвовать для этого, вызывают, то есть надо реально штрафовать. То есть если тот, кто не хочет убирать нормально, значит пусть платит, мы за ним уберем. Но пусть он за это платит. Очищать территорию от борщевика не право, а обязанность собственников. Чтобы избежать штрафов, частники должны уничтожить опасный сорняк. Полина Иноземцева, Кирилл Емельянов. Программа «События».